уже привыкла к танцам и не хочется бросать. Тренер говорит, что я большая молодец, надо продолжать дальше. Я танцую эстетическую гимнастику, контемп и современную хореографию. Мама говорила, что она на хип-хоп ходила. Ходила на танцы, но совсем чуть-чуть. И что хип-хоп тяжело танцевать. У меня старшая сестра на танцы ходила тоже. Но она совсем чуть-чуть походила. Понравилось ей, она на вокал теперь ходит.